Итак, теперь нам нужно поднастроить немножко наш дизайн сайта. У вас под видео в описании будет ссылка на инструкцию. Вам просто нужно скопировать весь имеющийся там код. Я скопирую с сайта образца. И мы переходим в панель «Настроить». Там будет инструкция по описанию кода, поэтому вы почитаете, там посмотрите все. Панель «Настроить» переходим, да? Дополнительные стили. Закрываем предупреждение. Все, что нужно сделать, просто скопировать код. Нужно опубликовать изменения. Закрываем. И теперь нужно зайти, пройтись по всем страницам. Начнем с главной страницы. И помните, там, где мы устанавливали черный фон, для того, чтобы понять, как будут выглядеть заголовки или те или иные блоки, мы должны везде убрать этот черный фон. Раз. Заходим в секцию. Стили. Черный. И теперь давайте, знаете, что еще сделаем? Нам нужно скопировать вот эту маркировку. Там, где необходимо, мы будем ее подставлять. Так. Закрываем. Переходим в режим редактирования Elementor. И везде, где мы поставляли черный код, везде, где мы вставляли черный фон, его нужно поменять. Попробовать на прозрачный поменять. Если не получится, то вставить эту маркировку. Вот первая секция. Давайте стили. Прозрачный. Не получается. Значит, вставляем маркировку. Все отлично. Здесь стили. Тип фона классический. Вставляем маркировку. Следующий блок. Да? Стиль. Классический цвет. Вставляем маркировку. Здесь то же самое. Классический. Вставляем маркировку. Здесь черный фон. Стили. Убираем. Вставляем маркировку. Здесь стили. Цвет. Вставляем маркировку. Здесь стиль. Тип фона классический. Цвет. Вставляем маркировку. Так, здесь все хорошо. Выйти в консоль. Сейчас перейти на сайт. Быстренько сейчас пройдемся. Вот тут давайте мы редактировать Elementor, вернемся, отступ снизу зададим, не задали отступ. Давайте, где цифры бегут, выделяем вот этот блок, расширенный, отступ снаружи, во-первых, проценты, взаимосвязь убираем, и снизу 2% задаем. Нет, отступ внутри все-таки, да. Низ. Выходим. Отлично. Теперь давайте с контактов начнем. Контакты. Тут все хорошо. Портфолио. Смотрите тут. Так, давайте редактировать в Elementor. Так. Вот эту секцию. Стили. Пробуем черный. Так. И сюда все-таки вставляем маркировку. Здесь то же самое. Стили. Тип фона классический. Цвет. Вставляем маркировку. Здесь стили. Цвет фона классический. Цвет. Вставляем маркировку. Здесь стиль. Цвет фона, тип фона классический. Вставляем
маркировку. Все, обновить. Сейчас кое-что еще посмотрим. Выйти в консоль. Перейти на сайт. Портфолио. Давайте сейчас мы посмотреть код элемента. Сузим экран. Все шикарно. Так. А в фотосалоне теперь? Да. Редактировать в Elementor. Черный цвет. Вот. Давайте, во-первых, стили. Вставляем маркировку. Давайте даже расширенные. Отступ снаружи вверх. Взаимосвязь убираем сторон. И 1%. Нет, не так. Давайте все-таки внутренний отступ сделаем. Взаимосвязь также убрала. Даже 2% можно сделать, обновить. Так. А, ну и все отлично, да. Так, мы вроде прошлись по всем страничкам. Итак, вот вроде мы прошлись по всем страницам, все выглядит отлично. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно теперь настроить записи, настроить меню, и нам нужно будет настроить формы обратной связи. Этим займемся на следующих уроках.